С ярким национальным колоритом прошла международная конференция «Двигатели Дуюнова» в Дакаре. 8 февраля Сенегал стал второй страной в Африке после Кот-д'Ивуара, открывшей национальное представительство проекта. В событии приняли участие более 250 человек – инвесторы и партнеры проекта, а также люди, активно интересующиеся технологией Дуюнова. Директора и преподаватели учебных заведений. Помимо сенегальцев, на конференцию прибыли делегации из соседних государств – Того и Бенина. Для жителей этих стран проект интересен тем, что помогает решить проблемы экологии и невысокого заработка населения, развить сферу инновационных технологий. Интерес к проекту в Западной Африке столь велик, что мероприятие длилось целых 6 часов, на протяжении которых было много выступлений первых лиц проекта, ведущих партнеров, живого общения между участниками и организаторами. Крайне оригинальным получилось открытие конференции. Бурные аплодисменты публики вызвало выступление театральной группы, которая за несколько минут объяснила суть проекта с помощью танца. Далее последовала более официальная часть мероприятия. Руководитель отдела развития партнерской сети Solar Group Павел Шацкий, находившийся на видеосвязи, представил аудитории Жиля Вебера, национального партнера проекта в Сенегале. Жиль Вебер ведет очень активную деятельность по продвижению двигателей Дуюнова во франкоговорящих странах. При его участии ранее были открыты представительства во Франции и Кот-д'Ивуаре. Подробности о проекте и технологии «Славянка» публика узнала от Павла Филиппова, руководителя направления рекламы и связи с общественностью Solar Group. Он выступил по видеосвязи с презентацией двигателей Дуюнова. Гостям конференции важно было узнать об опыте участия в проекте от своих соотечественников. Ведущие партнеры в Сенегале из Саманга-Соуба и Кот-Зобоса, являющиеся одновременно членами Международного инвестиционного клуба «Волф», по очереди взяли слово, чтобы поделиться с аудиторией своими достижениями в проекте и вдохновить гостей конференции на дальнейшее инвестирование. Каждый участник события получил буклеты с промокодом по акции «Плюс 5%», предоставляющие выгодные условия для инвестирования. Открытие в Сенегале национального представительство даст действующим и будущим инвесторам проекта дополнительный импульс к инвестированию.